художественный фильм «Небедная Настя». Давненько не виделись. Проходите, Андрей Никитич. Спасибо. Ну как, не женились еще? Ай, да нет, какое там, Антон Никифорович, какое там женился, все. Не могу найти себе хорошую партию. Миль, пардон, конечно. Ну а что ж, далеко ходить-то. Вот у меня племянница Настенька, и красавица, и умница, девица на выданье. Ну как, красавица на выданье? Ну, бесприданница, миль пардон, конечно. Ну, как можно? За ней целую деревню дают в Орловской губернии. А душ там? 150. Даже так? Да. А как талантливо. И вышивает, и танцует. Да это просто чудо какое-то. Да. А вы бы слышали, как она на клавикордах музицирует четыре руки. Это, как вы изволили заметить, действительно чудо. Ну, я уже просто заинтригован. Просто я... А с кем она там играет? Это не извольте беспокоиться. Одна и музицирует. Но вы же сказали, в четыре руки. Правильно. Прошу. Ну, я ж вам говорю. Настенька просто чудо. Другой такой не сыскать. А задними руками она еще и вяжет. Ух!